Я, Игорь Кислов, на протяжении всей жизни занимаюсь спортом, в частности, футболом. С 6 лет, когда мне папа привел в группу подготовки донецкого «Шахтера», и по сегодняшний момент я отдаю все свое свободное время футболу. Сейчас тренирую маленьких деток с 6-8 лет. Передаю им все знания и умения, и хочу их сделать, в первую очередь, чтобы они стали полноценными людьми нашего города. Для себя, по окончании футбольной карьеры, побывав и за рубежом, и сопоставив жизнь в городе Полтава и в других городах, сделал решение. Буду баллотироваться в кандидаты депутаты городского совета. Я знаю и умею, и хочу передать свои знания для того, чтобы спорт в Полтаве развивался, чтобы все слои населения имели доступ до спортивных площадок. Поэтому думаю, что у меня есть все знания, силы и возможности развивать это направление и прийти в конце концов к тому, что город Полтава станет спортивной столицей Украины.